факты. Специалисты назвали 10 основных продуктов помощников для сердца. Какие же продукты помогут сохранить символ любви в целости и сохранности? Остановимся на самых важных. Итак, первое место в списке заслуженно занимает рыба. Это, несомненно, главный помощник в работе сердца. Далее идут орехи, прежде всего грецкие и миндаль. Они содержат аминокислоту, которая защищает кровеносные сосуды и оказывает массу других положительных эффектов на организм человека. Томаты – отличное природное средство для улучшения сердечного ритма, для предупреждения гипертонической болезни и ишемической болезни сердца. Если у вас нет аллергии на цитрусовые, съешьте апельсин. Эти яркие плоды содержат пектин – вещество, которое способствует выходу лишнего холестерина из организма. И, наконец, пожалуй, самый приятный продукт мини-рейтинга, который публикует Вести 24 – темный шоколад. Он полезен при повышенном давлении, так как содержащиеся в нем вещества расширяют кровеносные сосуды.